Открывая собрание сотрудников Одинцовской ЦРБ, глава района Андрей Иванов отметил, что впервые находится на профсоюзном мероприятии медицинских работников. Когда заходил в зал, многие меня спрашивали, являюсь ли я членом профсоюза ЦРБ. Но на самом деле нет пока. Еще никто из вас меня не приглашал стать членом профсоюза. Почему, не знаю. Разговор с медиками пошел о серьезных вещах. Изменения в организации системы здравоохранения, переход этих полномочий с уровня района на региональный породили не всегда понятные и неприятные слухи и домыслы. Это, в свою очередь, вызвало в коллективе ЦРБ определенное напряжение, которое мешало нормальной работе. Глава отметил, что за год число жалоб на обслуживание со стороны пациентов в главной районной больнице уменьшилось в 10 раз. Объективно улучшились эффективность оказания медицинских услуг, расходование средств и показатели хозяйственной деятельности. На фоне этих, безусловно, положительных моментов остается непонятным возникновение анонимных писем с критикой в адрес руководства ЦРБ. То она появляется в интернете, то эта анонимка появляется в приемной президента, то пишут на имя губернатора, то она опять возвращается ко мне. Причем, подчеркиваю, анонимка. Очевидно, по тексту, по запятым, по составлению абзацев, что это одна и та же группа лиц, которые по кругу пишут на протяжении нескольких месяцев одну и ту же информацию. Предваряя собрание, Андрей Иванов обратился к медикам с вопросом о доверии руководству ЦРБ. Подавляющее большинство кандидатуру действующего главного врача Ольги Мисюкевич поддержали. Коллеги, у нас большое количество задач, проблем, вопросов. Мы действительно находимся в системе, которая модернизируется, которая изменяется. У нас масса инноваций в системе здравоохранения, нам многое, что с вами придется сделать. Я уверен, что сегодняшним голосованием мы на ближайшее время поставим точку и начнем работать спокойно и не тратить время свое и Минздрава на то, чтобы рассматривать какие-то анонимки, грязь и сплетни. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».